Shri Bhagavan Vacha Urdhvamulam Madhakshakam Ashvattham Prahuravyayam Chandham Siyasya Parnani Yastam Vidasa Vedavi Adhashchurdhvam Prasritastasya Shakha Gunapravridha Vishaya Pravalaha Adhashchamulanyanu Santatani Карману бандхини манушья локе Нарупам ассиха тадхо паламбьяте Нанто начаджир нача сампратишта Ашваттам мейнам сувирудхамолам Асанга шастрина дридхена читва Тата падам тат паримаргитавьям Ясмингата наниварттанчи бхуя Там ива чаджям пурушам прападжи Ятах праврічих прасрита пурані Нірмана моха джита санга доша Андьятма ніття винівритта кама Двандвар вимукта сукха духа самгяр Гачанча мудха падам абьяям тат Натад бхасаяте сурьо Нашашанко напавака Янгатва нани вартанте таддхама парамам мама Мамай вамшу джива локи джива бхута санатана Мана шаштхани индрияни пракрити стхани каршати Шарирам яда вапноти ячапют крамати шварха Грихитвайтани самьяти ваюргандхани вашая Шротрам чакшу спаршанам ча расанам гранам ива ча Андхиштая манашчаям вишаян упасевате Уткрамантам ститам вапи бхунджанам вагунанвитам Вимундханану пашьянти пашьянти гьяна чакшушаха Ятанто йогинашчайнам пашьянчатманья васхитам Ятанто пьякритатмано, найнам пашьянча четасаха. Яда джича гатам теджу, джагад бхасаяте хилам, ячандрамаси ячагнау, таттиджо видхимамакам. Гамма вишяча бхутани, дхараямяхам ужаса, пушнами чаушадхи сарва. Сумо бхутвара сатмакаха Ахам вайшванаро бхутва Пранинам дехам ашритаха Пранапана самайюктаха Пачамьяннам чатурвидхам Сарвасья чахам хриди саннивишто Маттах смритиргьянам апоханам ча Ведайшча сарвар ахам ева видео Веданта крид веда видева чахам Два вимау пурушау локе Кшарас чакшара ива ча Кшарах сарвани бхутани Кутастхо кшара учьяте Уттамах пурушаствання Параматме чудахритаха Йо лока траям авишья Вибхарчавьяя ишвараха Ясмат кшарам мачитохам Акшарара пичоттамаха Атосми локи ведеча Пратхитах пурушоттамаха Йомам ивам асаммудхо Джанати пурушоттамам Са сарвавид бхаджатимам Сарвабхавина бхарата Ичи гухьятамам шастрам Идам уктам маянага Этад буддва буддхи мансят Крита критчасча бхарата Харе Кришна, дорогие преданные, мы продолжаем, или завершаем, точнее сказать, да, это последний стих 15 главы Пурушоттама йога. И начнем 16 главу. После меня тогда Таруни, Абхайадити, Ананда Севья, Аравиндакша Прабху, Евгений,
Миланосини, Вриндакунда, Галина, Падмамалини, Эльмира. Остальные слушают. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ити гухьятамам шастрам идам уктам маянагам. Этам будва будимам сят крита критяшча барата. О, безгрешный, я открыл тебе самую сокровенную часть свет. Тот, кто сумеет постичь ее смысл, обретет мудрость, и его труды приведут его к совершенству. Комментарий Шри. Здесь Господь говорит, что поведанное им знание составляет суть всех богооткровенных писаний. Принять его нужно в том виде, в каком ему открывает нам верховная личность Бога. Тогда только человек обретет разум и совершенное духовное знание. Иными словами, постигнув эту философию, философию верховной личности Бога и служа Господу с любовью, человек выйдет из-под оскверняющего влияния материальных бур природы. Преданное служение – это путь обретения духовного знания. Материальная скверна несовместима с преданным служением. Преданное служение Господу и сам Господь не отличны друг от друга, ибо и Господь, и служение Ему одинаково духовны. Преданное служение протекает в сфере действия внутренней энергии Верховного Господа. Господа называют солнцем, а неведение – тьмой. Там, где светит солнце, нет места тьме, поэтому преданное служение под руководством истинного духовного учителя рассеивает тьму невежества. Передаю слово. Хари Кришна, пожалуйста, мои поклоны. Дорогой Махарадж, дорогие преданные. Каждый человек должен воспользоваться методом сознания Кришны и встать на путь преданного служения, чтобы полностью очиститься и обрести мудрость. Разум того, кто не понимает природы Кришны и не служит ему, остается несовершенным, каким бы умным с точки зрения обычных людей он ни был. Кришна не случайно называет здесь Арджуну анакха. Слово анакха, анакха означает безгрешный и указывает на то, и указывает, что пока человек не очистится от всех последствий своих грехов, ему будет очень трудно постичь Кришну. Осознать его может только тот, кто избавился от всей материальной скверны, от всех своих греховных привычек. Однако преданное служение столь чисто и могущественно, что само делает человека безгрешным. Тот, кто занимается преданным служением в обществе чистых преданных Господа, сознающих Кришну, должен полностью избавиться от некоторых нежелательных вещей. Самое главное из того, что ему нужно преодолеть, это слабость сердца. Первое падение живого существа вызвано желанием господствовать над материальной природой. В результате оно перестает с любовью служить Верховному Господу. Второе проявление слабости сердца заключается в том, что по мере усиления желания господствовать над материальной природой, живое существо привязывается к матери и обладанию ей. Эти две слабости сердца являются источником всех проблем материальной жизни. В первых 5 стихах этой главы описан путь освобождения от слабости сердца. Остальная ее часть 6 стиха и до конца посвящена Пурушоттама-йоги. Так заканчивается комментарий Бхактивиданты в 15 главе Шримад Бхагавадгиты, которая называется Пурушоттама-йога, йога высшей личности. Хари Кришна, передаю слово. Хари Кришна, дорогой Махарадж, дорогие преданные, примите мои поклоны. Глава 16. Божественные и демонические натуры. Тексты с 1 по 3. Шри Бхагаван Увача Абхаям Сатва Сам Шутхир Вастхитих, данам дамашча яджнашча, сватхяя стапа арджавам, ахимса сайям акротхас, тягах шантир апайшунам, дая бутешва лолуптвам, мардавам хрих ачапала, теджах кшама дритих шаучам, адроха наци манита, аванти сам падам дайвим, Абхиджатасья Барата.
Верховный Господь сказал: «Бесстрашие, очищение своего бытия, совершенствование в духовном знании, благотворительность, владение чувствами, совершение жертвоприношений, изучение вед, совершение аскезы, простота, отказ от насилия, правдивость, негневливость, самоотречение, спокойствие, отсутствие стремления злословить, сострадание ко всем живым существам, отсутствие алчности, мягкость, скромность, решимость, целеустремленность, способность прощать, стойкость, чистота, отсутствие зависти и стремление к почести. Таковы у сын Бараты божественные качества праведных людей, наделенных божественной природой». Комментарий. В начале 15 главы Господь рассказал Арджуне об баньяновом дереве материального мира. Воздушные корни этого дерева символизируют деятельность живых существ, благочестивую и греховную. В 9 главе также рассказывалось о девах, полубогах и асурах, демонах-безбожниках. Согласно ведам, деятельность гуни благости помогает человекам обрести освобождение. И такую деятельность называют дайви, дайви пракрити, обладает божественной природой и продвигается по пути, ведущему к освобождению. С другой стороны, люди, действующие под влиянием гун страсти и невежества, лишены возможности освободиться из материального плена. Им придется оставаться в материальном мире, рождаясь здесь снова либо в образе людей, либо в образе животных или еще менее развитых существ. В 16 главе Господь рассказывает о божественной и демонической природе и качествах тех, кто обладает той или иной природой. Он также расскажет, каким хорошим и плохим последствиям приводит обладание этими качествами. Передаю слово. Хари Кришна, дорогой Махарадж, дорогие преданные, примите, пожалуйста, поклоны. Особого внимания заслуживает употребленное в данном стихе слово «абхиджатасья», относящееся к тем, кто от рождения наделен трансцендентной или божественной природой. Чтобы зачать ребенка, обладающего божественными качествами, необходимо провести ведический обряд Гарбадхана Самскара. Если родители хотят, чтобы у них родился ребенок, наделенный божественными качествами, они должны проводить 10 очистительных обрядов, рекомендованных для людей. Ранее в Бхагавадгите уже говорилось, что половые отношения с целью зачатия хорошего ребенка – это сам Кришна. Половые отношения не предосудительны, если их цель – служение Кришне. Люди, практикующие сознание Кришны, по меньшей мере, не должны зачинать детей, как кошки и собаки. Их долг – сделать все необходимое для того, чтобы, появившись на свет, их ребенок помнил о Кришне. Таким преимуществом должны обладать дети, чьи родители обладают сознанием Кришны. Институт Варнашрама Дхармы, делящий всех людей в обществе по роду их занятий и социальному статусу на 4 касты и 4 уклада жизни, предназначен для того, чтобы разделить людей не по происхождению, а в соответствии с их качествами и уровнем образования. Это нужно для того, чтобы обеспечить в обществе мир и процветание. Перечисленные в данном стихе качества названы божественными. Человек, обладающий ими, сможет развиваться духовно и в конце концов покинуть материальный мир. Передаю слово. Хари Кришна, дорогой Махарадж, дорогие преданные. В системе Варнашрама Саньяси, то есть человек, отрекшийся от мира, считается головой или духовным учителем всех остальных каст и укладов. Брахманы являются духовными учителями. Для трех других каст – кшатриев, вайшев и шудр. Однако саньяси, стоящие на самой верхней ступени общественной лестницы, являются духовными учителями даже для брахманов. Главным качеством, которым должен обладать саньяси, является бесстрашие. Поскольку саньяси живет один, без всякой поддержки или ее гарантии, он должен полагаться только на милость Верховной Личности Бога. Если человек думает, кто защитит меня после того, как я порву все связи с семьей и обществом, ему не следует давать обет отречения. Он должен быть твердо убежден в том, что Кришна, Верховная Личность Бога в образе Параматмы, всегда пребывает в его сердце, и что он все видит и знает все наши намерения. Необходимо твердо верить в то, что Кришна в образе Параматмы позаботится о предавшейся ему душе.
Я никогда не останусь один, должен думать саньяси. Даже в самых непроходимых джунглях Кришна всегда будет рядом со мной и не оставит меня без защиты и покровительства. Такую убежденность называют абхаем, бесстрашием, и она должна определять состояние ума человека, отрекшегося от мира. Передаю слово. Хари Кришна, Гуру Махарадж. Хари Кришна, дорогие преданные, примите мой поклон. Помимо этого, саньяси должен всегда жить в чистоте. Жизнь людей, отрекшихся от мира, регламентирована множеством правил и предписаний. Самым важным из них является строгий запрет на близкие отношения с женщинами. Саньяси не имеет права даже разговаривать с женщиной наедине. Когда Господь Чайтанья, который был идеальным саньяси, жил в Пури, женщинам из числа преданных не позволялось даже приблизиться к нему, чтобы выразить почтение. Им приходилось кланяться ему на расстоянии. С его стороны это было не проявлением женоненавистничества, но строгим выполнением категорического запрета, не позволяющего саньяси близко общаться с женщинами. Чтобы вести чистый образ жизни, человек должен следовать принципам, регламентирующим жизнь того социального уклада, к которому он относится. Саньяси строго запрещено вступать в близкие отношения с женщинами и наслаждаться роскошью и богатством. Идеальным саньяси был сам Господь Чайтанья. Из его жизнеописания мы узнаем, что он был всегда предельно строг к себе в том, что касалось отношений с женщинами. Хотя его считают самым великодушным воплощением Господа, допускающим к себе самых падших, он, тем не менее, строго придерживался правилам саньясы в отношении общения с женщинами. В ближайшем окружении Господа Чайтани был саньяси по имени Чхота Харидас. Он был одним из доверенных лиц Господа и имел возможность непосредственно общаться с ним. Так уж случилось, что однажды он с вожделением посмотрел на молодую женщину. Это было достаточно, чтобы неумолимый Господь Чайтанья тотчас учил его с числа своих приближенных. Для саньяси, сказал Господь Чайтанья, или любого, кто хочет выпутаться из сетей материальной природы, кто стремится достичь духовного мира и вернуться домой к Богу, смотреть на женщин или какие-то материальные богатства с мыслью о наслаждении, даже не наслаждаться ими, а просто смотреть на них с вожделением, есть столь тяжелый поступок, что ему лучше покончить жизнь самоубийством, чем допустить в свое сердце эти греховные желания. Такова цена очищения своего существования. Харе Кришна, передаю слово. Харе Кришна, примите, пожалуйста, поклон, дорогие махарадж, преданные. Следующим качеством является гьяна-йога явасхити, сосредоточенность на познании истины. Саньяси должен посвятить свою жизнь распространению знания среди семейных людей и всех тех, кто забыл, что истинной целью жизни является достижение духовного совершенства. Саньяси должен стучаться в каждую дверь и просить подаяния, но это вовсе не значит, что он попрошайка. Одно из качеств по-настоящему духовного человека – это смирение, и только поэтому саньяси стучится в каждую дверь. Не столько для того, чтобы просить милостыню, сколько для того, чтобы встретиться с домохозяевами и пробудить в них сознание Кришны. Такого долг саньяси. Тот, кто достиг высокого уровня духовного развития и получил соответствующие указания от своего духовного учителя, должен проповедовать сознание Кришны, опираясь на логику и понимание философии. А если человек не достиг такого уровня духовного развития, ему не следует давать обет отречения от мира. Если человек, не обладающий достаточным запасом знаний, все-таки дал обет отречения, он должен приложить все усилия к тому, чтобы овладеть знанием, постоянно слушая истинного духовного учителя. Итак, саньяси, человек, отрекшийся от мира, должен обладать бесстрашием, сатва-самшутхи, чистотой
и заниматься гьяной-йогой, познанием истины. Передаю слово. Харе Кришна, дорогой Махарадж, дорогие преданные, примите, пожалуйста, мои поклоны. Следующий в списке стоит благотворительность. Это обязанность семейных людей. Семейные люди должны зарабатывать на жизни честным трудом и половину своего дохода отдавать на распространение сознания Кришны по всему миру. Для этого необходимо жертвовать тем организациям, которые занимаются проповеднической деятельностью, а не отдавать деньги случайным людям. Есть разные виды благотворительности, о которых будет рассказано ниже. Благотворительность может относиться к гунам благости, страсти и невежества. Священные писания рекомендуют заниматься благотворительной деятельностью в гуне благости. А благотворительности в гунах страсти и невежества следует избегать, поскольку такая благотворительность – напрасная трата денег. Отдавать деньги и средства необходимо только на проповедь сознания Кришны по всему миру. Это благотворительность в гуне благости. Что касается владения чувствами дама, то оно необходимо представителям всех укладов общества, в первую очередь семейным людям. Живя с женой, семейный человек, тем не менее, не должен без необходимости заниматься сексом. Его половая жизнь должна быть ограничена и преследовать только одну цель – зачатие детей. Тот, кому не нужны деньги, не должен вступать в половые отношения с женой. В современном обществе люди, чтобы избежать ответственности, связанной с рождением ребенка, используют противозачаточные средства и другие еще более варварские способы. Это проявление демонических наклонностей, а никак не духовных. Если человек, даже домохозяин, хочет развиваться духовно, он должен ограничить половую жизнь и зачинать детей только для того, чтобы служить Кришне. Тот, кто способен зачать ребенка, который разовьет в себе сознание Кришны, может иметь сотни детей, но тот, кто не способен на это, не должен заниматься сексом, идя на поводу у собственных чувств. Передаю слово. Харе Кришна, дорогой Махарадж, дорогие преданные, примите поклоны. Совершать жертвоприношение также обязаны домохозяева, так как обычно это требует больших затрат. Представители других укладов – брамачари, ванапрасхи, саньяси – живут на подаяние, и у них нет денег. Поэтому совершать различные жертвоприношения – обязанность домохозяев. Согласно предписаниям Вед, семейные люди должны проводить агнихотру. Но такие жертвоприношения очень дороги, поэтому нынешним хозяевам они часто не по карману. Самым лучшим жертвоприношением, рекомендованным для нашего века, является санкиртана-ягья. Санкиртана-ягья, то есть совместное пение Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, самое лучшее и самое дешевое жертвоприношение. Совершать его может каждый, и каждый получит от этого благо. Таким образом, благотворительность, владение чувствами и совершение жертвоприношений предназначены для семейных людей. Затем следует сватхьяя – изучение вед. Веды изучают в период брахмачарьи – ученичество. Брахмачари не должны общаться с женщинами, они должны хранить целомудрие и сосредотачивать ум на изучении вед, что поможет им обрести духовное знание. Это называется сватхьяей. Спасибо, передаю слово. Харе Кришна, дорогой Махарадж, дорогие преданные, примите, пожалуйста, мои поклоны. Тапас, подвижничество. Удел тех, кто отошел от семейной жизни. Человек не должен до конца своих дней жить с семьей. Необходимо помнить о том, что существует 4 периода жизни. Брахмачария, грихастха, ванапрастха и саньяса. Завершив период семейной жизни, человек должен удалиться от дел. Если продолжительность человеческой жизни составляет 100 лет, то первые 25 лет необходимо посвятить изучению вед, следующие 25 лет провести в семье, затем в течение 25 лет вести жизнь в анапрастхе, удалившись от дел, после чего принять саньясу, отречься от мира. Таковы правила, регламентирующие духовную жизнь человека в ведическом обществе. Человек, отошедший от семейной жизни, должен совершать аскезу,
чтобы обуздать тело, ум и язык. В этом суть тапаси. Вся система Варнашрама-дхармы предназначена для тапаси. Без нее никто не способен получить освобождение. Теория, утверждающая, что человеку не нужно ни в чем себя ограничивать, что можно продолжать делать все, что угодно, и все будет в порядке, не находит поддержки ни в ведах, ни в Бхагавад-гите. Подобные теории придумывают корыстолюбивые проповедники, желающие умножить число своих последователей. Ограничения и правила отпугивают людей, поэтому те, кто хочет вести за собой людей, на словах прикрываясь религией, не требуют от своих учеников соблюдения каких-либо правил и не следуют им сами. Однако веды не одобряют этого. Спасибо. Передаю слово. Хари Кришна, дорогой Гуру Махарадж, дорогие преданные, примите, пожалуйста, мои поклоны. Что касается такого качества браманов, как простота, то им должны обладать не только представители какого-то одного уклада, но каждый человек, будь он брахмачари, грихастха, ванапрастха или саньяси, человек должен быть простым и прямолинейным. Следовать принципу ахимсы значит не мешать ни одному живому существу в его развитии. Никто не должен думать, что поскольку духовную искру нельзя убить, даже если убить тело, то это дает нам право убивать животных и наслаждаться их плотью. Сейчас люди пристрастились есть мясо животных, несмотря на то, что у них вполне достаточно зерна, фруктов и молока. У людей нет никакой необходимости убивать животных. Это касается каждого. Если нет другого выхода, то человеку и дозволяется убить животное, но совершив обряд жертвоприношения. В любом случае, когда пища вдоволь, люди, желающие достичь духовного совершенства, ни в коем случае не должны совершать насилие над животными. Истинная ахимса обязывает человека не препятствовать эволюции других живых существ. Животные также поднимаются по эволюционной лестнице, переходя из одной формы животной жизни в другую. И убивая животное, мы мешаем его развитию. Если животное находилось в своем теле какое-то количество дней или лет, но затем было убито, ему придется снова получить то же самое тело, чтобы закончить положенный срок пребывания в нем и лишь затем перейти в другую форму жизни. Поэтому мы не должны мешать развитию животных только ради удовлетворения прихоти и собственного языка. Это называется ахимсой. Благодарю, передаю слово. Так, Вишакха Каруна, Тапасия и Павлина. Хари Кришна, дорогой Махарадж, дорогие преданные, мои поклоны. Сатья. Это слово значит, что истину нельзя искажать ради постижения корыстных целей. В ведических писаниях иногда встречаются трудные для понимания места. В этом случае их смысл должен разъяснить опытный духовный учитель. Таков путь постижения вед. Слово «шрути» значит «слушать сведущих людей». Мы не должны интерпретировать писание так, как это выгодно нам. Существует множество комментариев Бхагавад-гите, искажающих оригинальный текст. Мы должны объяснять людям истинный смысл Писания. И сделать это можно, только слушая истинного духовного учителя. Акротхой называют умение подавлять гнев. Даже если что-то раздражает нас, мы должны сдерживать себя. Ибо когда человек гневается, все его тело оскверняется. Гнев и вожделение являются порождением гуны страсти. Поэтому тот, кто идет по духовному пути, должен уметь подавлять в себе гнев. Слово апашунам значит, что человек не должен искать недостатки в других или без нужды делать людям замечания. Разумеется, назвать вора вором не значит искать у него недостатки, но назвав вором честного человека, мы нанесем ему тяжелое оскорбление, которое станет помехой для нашего духовного развития. Хри значит, что человек должен быть очень скромным и не делать ничего предосудительного. Передаю слово. Дорогой Махарадж, дорогие преданные, примите мои поклоны.
Ачапала, решимость, проявляется в способности человека не огорчаться и не отчаиваться, когда его постигает неудача. Какие-то наши попытки могут закончиться поражением. Но это еще не повод для того, чтобы расстраиваться. Невзирая на неудачи, нужно терпеливо и настойчиво двигаться по избранному пути. Употребленное здесь слово «теджас» относится к кшатриям, которые должны быть физически сильными для того, чтобы уметь защищать слабых. Они не должны полностью отказываться от насилия. Там, где насилие уместно, к нему следует прибегать. Однако человек, способный обуздать своего врага, при определенных обстоятельствах может прощать людям незначительные провинности. Шаучам. Это чистота. Чистыми должны быть не только наш ум и тело, но и поступки. Это требование прежде всего относится к людям, занимающимся коммерцией, которые не должны участвовать в махинациях на черном рынке. Нати манита – отсутствие стремления к почестям. Это качество, которым должны обладать шудры, рабочие представители сословия ведической социальной системы. Они не должны стремиться занять более высокое положение и добиваться почета. Им следует довольствоваться своим местом в обществе. Долг шудр – почитать представителей высших сословий, поддерживать таким образом в обществе порядок. Все эти 26 качеств являются трансцендентными. Их следует развивать в себе в зависимости от того, какое место мы занимаем в обществе и каким делом занимаемся. Если все люди будут сознательно развивать себе эти качества, то, несмотря на неизбежные материальные страдания, со временем они смогут подняться на высшую ступень духовного самопознания. Хари Кришна, передаю слово. Хари Кришна, дорогой Махарадж, дорогие преданные, примите мои поклоны. Текст 4. Дамбо дарпо пхиманашча кратхах парушьям эвача аджнам чапхид жатасья партха сампадам асурим. Гордость, высокомерие, тщеславие, гневливость, грубость и невежество – таковы качества людей, наделенных демонической природой. О, сын Притхи, комментарий. В этом стихе описан прямой путь в ад. Демоничные люди часто выставляют себя поборниками религии и защитниками духовного прогресса, хотя сами не следуют никаким принципам. Они всегда высокомерны и горды своей образованностью и богатством, желая, чтобы перед ними преклонялись. Они требуют уважения и почета, хотя и не заслуживают его. Они раздражаются из-за пустяков и говорят грубо и неучтиво. Они не знают, что можно делать, а чего нельзя. Они всегда поступают, как им заблагорассудится, потакая собственным прихотям, и не признают никаких авторитетов. Эти демонические качества присущи им от природы. Они получают их еще в утробе матери и, вырастая, проявляют их в полной мере. Текст 5. Дави сампад вимокшая Нибанд Хайсури Мата Машучах Сампадам Дайвим Абхиджато Сипандава. Божественные качества ведут человека к освобождению, а демонические обрекают на рабство. Тебе, о сын Панду, не о чем беспокоиться, ибо ты от рождения наделен божественными качествами. Комментарий. Господь Кришна ободрил Арджуну, сказав, что ему от природы не присущи демонические качества. Его участие в битве не было проявлением демонических наклонностей, поскольку он тщательно взвешивал все «за» и «против». Он размышлял над тем, можно ли убивать столь почтенных людей, размышлял над тем, можно ли, как Бхишма и Дрона. Следовательно, его действия не были продиктованы гневом, желанием дешевой славы и грубостью. Поэтому Арджуна никак нельзя отнести к категории демонов. Для кшатрия воина поражать врага стрелами – духовное знание, а избегать исполнения долга – проявление демонических наклонностей. Поэтому у Арджуны не было причин для скорби. Каждый, кто следует правилам, регламентирующим жизнь своего сословия,
находится на трансцендентном уровне. Харе Кришна, спасибо, передаю слово. Текст шестой, два. Будда сарга локе смин дайва сураевача дайво вистарша пропта асурам парта мешино осин притхи. Сотворенные живые существа в этом мире бывают двух видов. Одних называют праведниками, а других демонами. Я уже подробно рассказал тебе о божественных качествах, а теперь послушай о качествах, которыми наделены демоны. Комментарий Шрилы Прабхупады. Уверив Арджуну в том, что от рождения наделен божественными качествами, Господь Кришна собирается рассказать ему о качествах, присущих демонам. Обусловленные живые существа, населяющие материальный мир, делятся на две категории. Люди, наделенные божественной природой, ведут упорядоченный образ жизни, то есть следуют предписаниям шастры и указаниям авторитетов. Человек должен исполнять обязанности, предписанные авторитетными шастрами. Такой образ мысли называется божественным. Тех же, кто не следует заповедям священных писаний и действует по собственной прихоти, называют демонами или асурами. Критерий только один – выполнение указаний священных писаний. В Ведах сказано, что как полубоги, так и демоны появляются на свет от Праджапати. Единственная разница в том, что одни следуют предписанию Вед, а другие – нет. Передаю слово. Текст седьмой. Правриттим ча нивриттим ча джана навиду асурах. Нашавчам напи чачаро насатьям тешу видяте. Люди демонической природы не знают, что можно делать, а чего нельзя. Им не свойственны ни чистота, ни благонравие, ни правдивость. Комментарий. В каждом цивилизованном человеческом обществе изначально существует свод религиозных правил и предписаний. В обществе ариев, последователей Вед, представителей самой развитой цивилизации, правила так строги, что демонами считаются все, кто пренебрегает заповедями религии. Поэтому в данном стихе говорится, что демоны не знают предписания шастры и не имеют ни малейшего желания следовать им. Большинству из них неизвестны заповеди Писаний, но даже те, кто знает о них, не склонны их выполнять. У них нет ни веры, ни желания действовать в соответствии с предписаниями Вед. Как внутренняя, так и внешняя чистота тоже не свойственна демонам. Тело нужно всегда поддерживать в чистоте, каждый день совершать омовение, чистить зубы, бриться, менять одежду и так далее. Что же касается внутренней чистоты, то для ее поддержания необходимо всегда помнить святые имена Бога и повторять Хари Кришна, Хари Кришна, 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 Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, 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 Хари Хари. Все эти правила не нравятся демонам, и они никогда не следуют им. Передаю слово. Абая-адити, может быть, занята на работе. Олег в Прабу подключился еще, может быть, он почитает. Харе Кришна, дорогой Гуру Махарадж, дорогие преданные, примите смиренные поклоны. Спасибо, что дали возможность такую. Вся слава Шриле Прабхупаде. Что касается поведения человека, то его тоже регламентирует множество правил и предписаний. Они изложены в таких книгах, как Ману Самхита, представляющий собой свод законов для человечества. Индусы следуют этим правилам даже сегодня. На основе Ману Самхиты составлены законы и о наследстве и многие другие. В той же Ману Самхите ясно сказано, что женщинам никогда не следует давать свободы. Но это не значит, что их нужно превращать в рабынь. Нет, к ним следует относиться как к детям. Детям не дают воли, но это вовсе не означает, что из них делают рабов. Нынешние демоны пренебрегают этими указаниями и заявляют, что женщинам должны быть даны равные с мужчинами права. Однако это нисколько не улучшило состояние дел в современном обществе.
Фактически, женщина на каждом этапе жизни должна находиться под защитой. В детстве о ней должен заботиться отец, в молодости муж, а в старости взрослые сыновья. Ману Самхита предписывает именно такой уклад общества. Однако современная система образования навязывает людям противоестественные представления об идеале женщины. Гордый и независимый, поэтому брак в современном обществе практически отошел в область мечтаний. Моральное состояние женщин тоже оставляет желать лучшего, хотя замужние женщины и находятся в несколько лучшем положении, чем сторонницы женской эмансипации. Таким образом, демоны не признают никаких указаний, на основании которых можно построить здоровое общество. Отвергая опыт великих мудрецов и не следуя установленным ими правилами, демоны довели человеческое общество до такого жалкого состояния, в котором оно находится сейчас. Хари Кришна, передаю слово. Спасибо большое. Обходите, не будет читать? Не читать? Если можно, давайте. Давайте. Асатьям апритишкамете джагатахур амишварам апараспара самбхутам киманьяткам махайтукам. Они говорят, что этот мир нереален, что у него нет основ Бога, которым он управляет. Они заявляют, что мир возник из-за полового влечения, и у него нет иной причины, кроме вожделения. Комментарий. Демоны приходят к выводу, что весь мир – фантазмагория. Он существует не имея ни причин, ни следствий, ни правителя, ни цели. Все здесь нереально. Они утверждают, что мироздание возникает в результате случайного соединения материальных элементов. Им не приходит в голову, что мир был создан Богом с определенной целью. Согласно их концепции, мироздание возникло само по себе. Нет никаких оснований верить в то, что за ним стоит Бог. Дух не отличен от материи, и нет никакого высшего духа. Ничего, кроме материи, не существует, и все мироздание представляет собой комок неразумной материи. Согласно их взглядам, мир пуст. А все материальное проявление существует только в нашем невежественном восприятии. Они исходят из того, что любые проявления разнообразия — лишь следствие нашего невежества, наподобие тех образов, которые мы создаем во сне и которые в действительности не существуют. Проснувшись, мы убеждаемся, что все это было лишь сном. Однако, провозглашая мир сном и иллюзией, демоны, тем не менее, с большим искусством наслаждаются этой иллюзией. Поэтому вместо того, чтобы обрести знания, они только еще больше запутываются в этом мире грез. Они заключают, что этот мир возник без вмешательства духа, точно так же, как, по их мнению, появляется ребенок, просто в результате полового контакта между мужчиной и женщиной. Они убеждены, что все живые организмы появились на свет исключительно в результате соединения материальных элементов, а о существовании души не может быть и речи. Все живое, говорят они, возникло просто в результате соединения материальных элементов мироздания, подобно тому, как в капельках пота или трупах без всякой на то причины заводятся живые существа. Поэтому у мироздания нет и не может быть иной причины, кроме материальной природы. Они не верят тому, что Кришна говорит в Бхагавадгите: «Маядхи акшена пракритих суяте сачара чарам». Весь материальный мир движется, повинуясь моей воле. Иными словами, у демонов нет верного представления о том, как возник материальный мир. Каждый из них придумывает собственную теорию. Для них любые толкования богооткровенных писаний одинаково хороши, ибо они не верят в возможность единого понимания наставлений священных писаний. Передаю слово. Текст 9. Это
Ам дриштим авашштабхья наштатмано упабудхаяха прабхаванти угра кармана кшаяя джагато хитаха. Перевод. Убежденные в этом, лишенные разума и потерянные для самих себя, демоны поглощены пагубной греховной деятельностью, ведущей к разрушению мира. Комментарий. Демоны занимаются деятельностью, несущей миру гибель, поэтому Господь называет их здесь лишенными разума. Не имеющие ни малейшего представления о Боге, материалисты считают себя очень прогрессивными, однако Бхагавад-гита называет их недалекими, лишенными рассудка. Пытаясь выжать из материального мира максимум удовольствия, они постоянно изобретают что-то, что принесет им наслаждение. Подобные изобретения являются для них мерилом прогресса человеческой цивилизации. Однако в результате в обществе только утверждается культ насилия, и люди становятся все более бессердечными. Не перелистывается, у меня немножко интернет тормозит. И жестокими по отношению к животным и к другим людям. Они больше не знают, как нужно общаться с ближними. В демоническом обществе процветает убийство животных. Таких людей называют врагами мира, потому что в конце концов они изобретут или создадут нечто такое, что принесет гибель всему живому. Данный стих в сущности предсказывает создание ядерного оружия, которым так гордятся современный мир. В любую минуту может начаться война, и атомное оружие будет сеять разрушение и смерть. Подобное оружие создается только для того, чтобы уничтожить мир, как утверждает данный стих. Оно появляется только из-за безбожия людей и никогда не принесет на землю ни мира, ни процветания. Хари Кришна. Хари Кришна. Давайте, наверное, уже перейдем к обсуждению. Алена. Да, дорогой духовный учитель, мои поклоны, дорогие преданные, спасибо всем за чтение. То, что сегодня прочитали, во-первых, я отмечу, что саньяси стоят во главе мира, и мы должны действительно с почтением и уважением относиться к саньяси, потому что они могут управлять, точнее, они покорили свои чувства, то есть они не подвержены каким-то вот, не знаю, там, вожделению, гневу. Также вот отмечу, что женщины, они должны действительно находиться под защитой, потому что, ну, женщины не обладают достаточным разумом, и вот все вот это вот феминизм, то, что сейчас принято в нашем обществе, на самом деле это вот, ну, распутство, и как вот, ну, даже в шастрах пишется, если женщина, она ее как бы распустить, то как бы это может привести, во-первых, к нежелательному потомству, и, ну, как бы, соответственно, это все приводит к деградации общества, к безбожию и так далее. Ну, исходя вот из этого, то, что вот если даже по логике, то, что мы читаем, то есть если женщина такое производит потомство, то, соответственно, у людей нездоровый ум, точнее, можно сказать, даже ума и разума нет, что приводит как бы к деградации, к демоническому складу ума и приводит как бы к созданию такого вида оружия, как ядерное, которое в дальнейшем может уже привести к гибели не только там человека, а вообще всего живого. Поэтому как бы женщина, она действительно должна находиться под защитой, чтобы не привести как бы к гибели, так скажем, всего живому. И то, что вот даже на примере, вот сегодня тоже читали, на примере кшатриев, то есть мы должны действительно развивать в себе такие качества, как терпение, потому что, ну, в нашей жизни, так как мы живем в материальном мире, постоянно мы подвержены каким-то изменениям, сегодня может быть хорошо, завтра может быть плохо, то есть это периодично, как это вот пишется во второй главе Бхагавад-гиты, поэтому нам, ну, важно в нашей жизни развивать стойкость, терпение, как бы это вот сложно не было, как бы, ну, все какие-то события, то, что нам, ну, суждено, они всегда будут в нашей жизни происходить, идти своим чередом. А наша как бы главная цель должна быть без изменений, какие бы на нас факторы бы не влияли. То есть самое главное — развить в себе стойкость, чтобы идти к истинной цели, то есть это вот к самоосознанию, к развитию отношений с духовным учителем, с Господом, с преданными. То есть это, ну, это как бы ставить себе по жизни сама цель. Хари Кришна, мой поклон, спасибо вам, дорогой духовный учитель. Спасибо. Так, сегодня больше никто не называется.
Аруни. Хари Кришна, примите, пожалуйста, мои поклоны. Мне запомнилось определение демонов, демонической культуры. Что такое демоническая культура? Это когда люди не ведают, что надо делать правильно. И в ведическом обществе было очень высокие требования, как это, предписания были высокие, и если кто-то не выполнял эти предписания, то уже считался демоном. То есть люди просто не ведают, что делать, как правильно делать, как неправильно. Это вот определение демонов не запомнилось. Хари Кришна. Спасибо. Шакаруда. Хари Кришна, дорогой Махарадж, дорогие преданные поклоны. Мне запомнилось, что нам надо развивать в себе 26 качеств вайшнавов. Тут как раз перечисляются все эти качества. Вот, и что, вот, ну, тоже запомнилось, что демоны, они не знают, что правильно делать, что неправильно. А преданный, вот, он всегда ведет чистый образ жизни, следует шастрам, вот, предписанием и знает, что надо делать, следует авторитетам, вот, упорядоченный образ жизни, вот, и исполняет свои обязанности. Вот такие моменты. Вот, и историю Санкиртана расскажу. Вот, запомнилась вчера девушка, но она у меня уже постоянно берет книги, вот, она недавно тоже брала. Ну, я рассказывала, что ее подружка увидела у нее еще один шанс и хотела забрать. И, в общем, взяла подружки. Вот, и как раз она говорит, подружке отдала еще один шанс, сама дочитала. Я говорю, о, классно. Я говорю, ну, держи следующую. А я что-то вот мне захотелось вчера взять первую часть Шримад-Бхагаватам, первую песню. Я говорю, ну, держи тогда вот эту, дальше читай. Вот, я говорю, очень классно, тут прям все описывается, что человек должен, как подготовиться к смерти. Я говорю, ну, вообще, эта книга, ну, их 26 книг. Я говорю, ну, пока бери первую, говорю, все равно с тобой встречаемся, ну, дочитаешь, в общем, дам тебе следующую. Я говорю, так весь комплект прочитаешь. Она такая, о, да, вот, в общем, вдохновилась, взяла. Вот, потом запомнился парень. А вот такой он сидел там что-то, ел на скамеечке, я к нему подхожу и говорю, вот для вас книги. И он такой говорит, да, это не для меня. Я говорю, почему? Говорит, ну это, наверное, совсем для начинающих. Я говорю, о, я говорю, вы, значит, уже как-то так это развиваетесь духовно? Да, конечно. Я сейчас, ну, говорит, надо всем развиваться. Я говорю, ну вообще замечательно. Я говорю, тогда у меня есть вот Бхагавад-гита для вас. Ну и стала ему там рассказывать. Он говорит, я, говорит, ее уже, говорит, видел. Я ее сейчас вижу второй раз. Наверное, это точно знак. Вот. Ну, в общем, такой вдохновился, пожертвовал, такой, говорит, открыл, говорит, ну, сейчас почитаю. Вот. И он как раз открыл и читает, что про созерцание объектов чувств и как человек контролирует эти чувства. Вот. Если он умеет контролировать, он обладает разумом. Ну, там был так сложновато текст написан. Он такой, говорит, ой, что-то ничего не понял. Говорю, ну, тут, говорю, что непонятного? Смотри, тут просто надо немножко вникнуть в суть и привыкнуть к тому, как этот святой, говорю, пишет, выражает свои мысли. Говорю, будешь читать, со временем, ну, привыкнешь, будешь сразу понимать его. Говорю, что тут непонятно? Смотри, если человек контролирует, ну, не когда созерцает объект чувства, если, ну, девушку созерцаешь и смотришь, и сразу хочешь с ней познакомиться, а понимаешь, что ты уже, у тебя уже есть девушка, и это не твоя девушка, и тебе не надо знакомиться, так ты контролируешь чувства. Он говорит, а, понял. Я говорю, и вот тот, кто это умеет делать, значит, он обладает разумом. Он говорит, а, все, понял, понял. Я говорю, тут надо просто немножечко это, ну, подумать. Я говорю, не так просто прочитал. Он такой, он говорит, да, такие интересные, я люблю такие книги, которые, ну, реально надо
не сразу понять, надо подумать смысл. Я говорю, ну вот, видишь, ну точно, говорит, это судьба, говорит, второй раз она мне попадается. В общем, взял, пожертвовал. Вот. Еще на днях тоже был парень такой забавный. Вот. Я подхожу, он с девушкой стоял. Я подхожу и такая, ну, ему предлагаю книги, понимаю, что у них какой-то там разговор был, и она такая начинает уходить. Он такой, ну, вы хоть телефончик оставите. Она такая, ну, что там ему продиктовала, вот, и пошла. Вот, и, а он такой, а мне говорит, ну, вот что вы сделали? Говорит, я вот сейчас, говорит, с девушкой познакомиться хотел. Я говорю, ну, простите, говорю, меня, пожалуйста. Я говорю, я думала, вы уже давно знакомы. Он такой говорит, ну, вообще, говорит, вы все правильно, вы светлый человек. Я, говорит, я раньше тоже немножко практиковал, я понимаю, что сейчас произошло. Говорит, я просто сейчас, говорит, все мы хотим чистой любви. И я сейчас привлекся, ну, такой нечистой любовью, на девушку внимание обратил. Вот, он, оказывается, там немножечко там практиковал, там с преданными был, вот, и вы, говорит, ну, так подошли, и меня просто, ну, правильно на путь, ну, поставили, что, типа, ну, вот, теперь я могу этот телефон девушки просто взять и выкинуть, это же все, ну, как бы, временное, вот, тем более она, как бы, ну, это не духовно. Я говорю, ну, все верно говорите, Господь меня специально к вам подвел. Говорит, и мне надо, ну, возвращаться. Я говорю, конечно, надо. Вот, говорю, видите, какой у вас сильный разум. Я вообще, говорит, очень чувствительный. Я все это чувствую, я вообще не знаю, как вот с определенными энергиями быть. Я говорю, ну, потому что, говорю, святое имя повторять надо. Мантру, говорю, тогда эта сверхчувствительность, она не будет вам мешать жизни. А вот, ну, в общем, мы там с ним поговорили, вот, говорю, ну, для особо чувствительных у меня, говорю, есть подарок, я сама пользуюсь, говорю, вот, какой, ну, ему достала ну, бутылочку с гангой, говорю, вот, ну, будете это, ну, омовение ганги принимать, говорю, в священной реке, а, это точно ганга, я говорю, точно, я говорю, в Дхаму ездила, говорю, привезла оттуда, а вот, ой, спасибо, в общем, такой был счастливый. Ну, вот мы там еще поговорили, пригласила его на программу, он сказал, обязательно придет, и потом мне пишет тоже, ну, обменялись телефоном, говорит, я вот прям вот каждый день теперь гангу, омовение принимаю, пшикаю себе, говорит, прям чувствую, ну, как вот, ну, энергетика там меняется, я, говорит, такой чувствительный, ну, в общем, он такой вдохновился, говорит, все, в следующие выходные, говорит, на программу иду, все, вы будете, говорю, ну, скорее всего, говорю, давайте спишемся. В общем, такой вот это, вдохновился очень сильно, вот, и взял книгу, вот, почитать, еще один шанс. Вот такой парень. Вот, и еще что-то было, ну, что-то уже забыла. Ну, в общем, вот так вот Господь подводит. Харе Кришна, поклоны преданные. Харе Кришна, спасибо. Нектар Санкиртаны. Евгений. Харе Кришна, Гуру Махарадж. Харе Кришна, дорогие преданные. Слышно меня? Работает интернет? Слышно. Ну, мне вот запомнилось сегодня текст третий и совместно текст пятый. Вот в тексте пятом Кришна буквально говорит, что Арджуне не о чем беспокоиться, ибо он наделен от рождения божественными качествами. А Шрила Прабхупада часто повторяла, что, ну, мы сейчас все рождаемся шудрами, и получается, нам эти качество нужно приобрести. То есть надежда на то, что мы родились с божественными качествами, она может быть и есть, но нужно понимать так, что, да, что у нас их нет. И в связи с этим вот у меня, ну, сложно заходит вот это качество, которое рекомендовано всем.
Ну, буквально я прочитаю тут. Что касается такого качества, как простота, им должны обладать не только представители какого-то уклада, но каждый человек, будь он брахмачари, грихастхи, ванапрасхи или саньяси. Человек должен быть простым и прямолинейным. Ну, как бы раздельно, я понимаю, простым и раздельно прямолинейным, но они стоят вместе. Ну, каким образом можно быть простым человеком и вместе с тем как бы прямолинейным? Что-то я не очень никак не могу понять. Харе Кришна, расскажите, пожалуйста, Амбариш Махарадж. Да, простота подразумевает, что мы не будем хитрить с людьми, а будем говорить вещи, как они есть. Бедные не пытаются, да, как-то чего-то извлечь, какую-то выгоду из взаимоотношений, которые у него есть. Он хочет служить. У него желание служить, поэтому он прост и прямолинейно говорит вещи, как они есть, без хитростей. Спасибо, Гуру Махарадж. Харе Кришна. Так, и в чате, да, у нас. В чате. Просят рассказать о защите коров, стариков, женщин, детей. Защита коров, как у нас происходит. Преданные организовывают фермы, где обеспечивают возможность коровам получать заботу, получать хорошее питание, и там их не убивают, коров. Так. Ну и также преданные рассказывают об этом другим людям, о том, что нельзя убивать коров, о том, что корова – это мать священная. То есть преданные проводят какие-то программы, где разъясняют людям. Например, здесь в Индии, в деревнях преданные рассказывают людям о необходимости защиты коров, потому что многие люди сейчас об этом не знают, думают, что это нормально, вот, сдавать их на бойню. И преданно разъясняют это, и некоторые целыми деревнями прям люди перестают убивать коров. Защита стариков. Во многих ятрах организована забота о пожилых преданных. Также им предоставляется возможность служения. Например, в Чаупати, в Амбе, самые старейшины, так сказать, самые возрастные преданные, они отвечают за встречу гостей на воскресных программах. Поскольку у них уже, как правило, у пожилых людей нет такой страсти, да, как у молодых, они спокойно проповедуют новым людям, которые пришли на программу, рассказывают им все, показывают, объясняют. У них такое служение. Защита женщин. Шрила Прабхупада говорил, да, что все женщины должны выйти замуж и чтобы о них заботился муж. И есть, да, есть семейные комитеты. Есть, например, в России у нас Патита Павана Прабу, который отвечает за семейный комитет и помогает преданным создавать семьи, поддерживать семьи, чтобы они не распадались. Вот. Защита детей. Организованы во многих городах преданные организовывают школы, где у детей преданных есть возможность совместно обучаться, не оскверняясь общением с теми
детьми, которые очень испорчены влиянием Кали-юги. И преданные объединяются. Во многих городах, я вот знаю, в России есть такая возможность преданных совместно обучаться. Также детские программы, где детям дают возможность проявить себя в обществе преданных. Потому что если у них такой возможности нет, они не становятся преданными. Если они видят, мы здесь не нужны, то есть родители сидят на лекции, мы здесь не нужны, да, сами по себе. Такой обстановке дети обычно не становятся преданными, поэтому во многих уже ятрах преданные поняли, что нужны специальные детские программы, где дети могут проявлять себя как преданные, они могут проводить киртаны, они могут готовить, могут давать лекции. Вот, то есть такая программа есть. Не везде, к сожалению, такая программа есть, но во многих местах преданные уже поняли, что иначе, да, мы теряем этих детей, они вырастают, видят, что они здесь не сильно нужны и уходят в материальный мир. Растворяются там. Харе Кришна. Сегодня утром объявляли результаты санкиртаны вчерашнего дня на Мангаларати. Было распространено 2224 книги во Вриндаване. Просто невероятное количество людей сейчас во Вриндаване, паломников. Куда ни зайдешь, везде какая-то группа паломников. В любом храме, в любом святом месте. Огромные толпы во Вриндаване как-то очень популярным стал Вриндаван. Даже раньше такого не было, такого столпотворения в рабочие дни. А тут прямо целые толпы. Вчера также прошло установление первой пары стоп Господа Чайтани. Джаптака Махарадж с собой привел 1500 преданных, привез на сафари по Враджа-мандале. И вчера стоп Дограма. У подножья Дограма находится это озеро. Все места, вот 16 мест, которые я посетил во Враджа-мандале, Господь Чайтани. Ну, не все места, конечно, но те, которые самые известные. Вот, в каждом из них будут устанавливаться лотосные стопы Господа Чайтани. Память о его посещении этих мест. Эту программу начал Шрила Бхактисиддханта Сарасвати. Он начал устанавливать лотосные стопы. Около 100 лет назад он эту программу начал. И сейчас вот Джаптака Махарадж решил ее продолжить. Поскольку не везде установлены лотосные стопы, то программа продолжается. Также сегодня во Вриндаване фестиваль лодок божеств Радха Шьяма Сундары. Ну вот, как раз когда мы начали читать, в это время закончилось катание на лодках. Потом божествам предложили арати, предлагалось множество подношений. Каждый преданный мог принести поднос с фруктами или с приготовленными блюдами и предложить божествам. И там множество подношений предлагалось. Некоторые сразу разбрасывали или передавались эти подносы, и преданные расхватывали Махапрасад. Такой очень яркий, красочный праздник с киртаном. Ну, а мы сегодня до праздника совершили паломничество в несколько мест. Сначала посетили храм Говиндаджи, который был построен
само божество нашел Шрила Рупа Госвами, вот, и была его миссия найти божество Гариндаджи. И очень долго он его не мог найти. Уже многие божества были найдены, а Гариндаджи так и не проявился. И Шрила Рупа Госвами, он буквально ходил по Вриндавану и рыдал, молился: «Господь, где же ты?» И к нему подошел темный мальчик такой и сказал: «Да, дядя, ты чего плачешь? Что тут у тебя такое случилось? Может, чем-то могу помочь?» И он сначала отмахнулся от этого мальчика. Но мальчик был настойчив. Он сказал: «Наверное, ты кого-то ищешь. Ну-ка скажи мне, кого ты там ищешь?» И тот тогда Шрила Рупа Госвами сказал: «Ну, я ищу Говиндаджи. Как мне его найти?» И мальчик сказал: «Мне кажется, есть намеки. Вот там горочка, видишь? На этой горочке полдень, каждый день приходит корова и поливает ее молоком. Возможно, что твой Господь там». И исчез. Исчез. И Рупа Госвами дождался полудня и увидел, точно пришла корова, забралась на этот холм и начала поливать его молоком. Когда корова ушла, он провел раскопки в этом месте и обнаружил прекрасное божество Говиндаджи. И позже царь Мансингх, главнокомандующий армией императора Акбара, сам Акбар, он был мусульманином, но он поддерживал все религии. И когда к нему обратился Мансингх, точнее, Мансингх настолько удовлетворил императора своим воинским искусством, что Акбар сказал: «Исполню любое твое желание, проси все, что хочешь». И Мансингх сказал: «Дай мне возможность без ограничений везде строить храмы Кришны». И Акбар был так им доволен, он сказал: «Да, можешь везде, где захочешь, строить храмы. Мало того, я дам тебе еще самый драгоценный красный камень. Можешь строить храмы из красного камня». А до этого он издал приказ, что никто не может строить строение из красного камня, потому что он сам построил дворец из красного камня. И тут он был так удовлетворен, он сказал: «Да, вот тебе красный камень». И император Мансингх организовал строительство. 20 лет, по-моему, строился этот храм. Вот. 7 этажей у него было. 7 этажей. И там было уже позже перенесено туда это божество Говиндаджи. Посетили этот храм, попали на даршан и потом зашли в сад, где находятся 64 самадхи всех известных вайшнавов, помолились в саду, потом зашли в храм Гопинатхи. Божество Гопинатхи тоже было удивительным образом обнаружено. Великий преданный Мадху Пандит, он какое-то время совершал свой баджан в Вамшивате. Это то место, где Гопинат играет на своей флейте и собирает гопи. И однажды было сильное наводнение, и Ямуна унесла это дерево, под которым играет Гопинат, собирая гопи. И когда он увидел, что дерево уносит Ямуна, он бросился в реку, доплыл до этого дерева и отломал от него веточку. И потом, когда вода спала, он на этом месте посадил эту веточку, прорастил ее, посадил, и выросло новое дерево Паньян, которое до сих пор вот живет в этом месте. И позже он молился, и он обнаружил это божество Гопинатхи и стал его первым пуджари Гопинатхи. Ну и потом мы посетили еще храм Радхи Гакулананды. Там много божеств. Раньше у них у всех были отдельные храмы, но потом, когда эти храмы пришли в запустение, их всех собрали в этом храме.
Там находится самадхи Локанатхи Госвами, первого, кого Господь Чайтанья отправил во Вриндаван разыскивать места игр Кришны. Он обнаружил около 300 мест, в которых Кришна проводил свои игры. Ему подсказывало божество. Он однажды остановился на берегу Кишори-Кунды, и вдруг появился какой-то такой пожилой человек, принес ему божество, сказал: «Я очень стар, уже не могу поклоняться этому божеству, вот забирай». И исчез. Исчез. И Локанатха Госвами начал оглядываться вокруг, не мог понять, кто же принес это божество. И тогда Радхавинод заговорил, так зовут это божество, он заговорил и сказал: «Ну кто принес? Это я сам себя принес, потому что кто еще меня может принести? Вот, я очень голодный. Ну-ка, приготовь мне риса, накорми». И Локанатха Госвами, он каждый день стал готовить рис для Радхавинода, кормить его. И Радхавинод ему все рассказывал. Куда бы они ни пришли, Радхавинод начинал рассказывать: «Так, вот это место, где я играл на флейте. Здесь собрались все гопи». Потом они приходили в другое место, и он рассказал: «А тут я танцевал танец раса». Вот. И так далее. То есть вот около 300 мест таким образом Локанатха Госвами обнаружил по всей Враджа-мандале. Радхавинод ему все выдал, все места. Такие вот места мы сегодня посещали. Так, и Евгений, дай еще хотел что-то. Да, Хари Кришна, если есть возможность, я вот могу немножко сказать свой личный опыт защиты детей, если это будет, может, возможно, полезно, известно. У нас же Сита Деви, младшая дочь, учится в вайшнавской школе в России, и эта вайшнавская школа была создана 5 лет назад. Там духовные блоки, общеобразовательные, это уже стабильная школа, вот она 5 лет учится. И есть действительно уже результаты этого обучения. Ну, вот как вы сказали, что она действительно ограничена от материальных детей сильно, и она эти качества не впитывает в себя. Да, может, там какие-то страдают общеобразовательные вещи, но это уже зависит от родителей. А вот житейские и бытовая, как бы, то, что у нас в жизни происходит, она же не впитывает от детей. И могу сказать, что даже вот сейчас на программах у нас, в нашей маленькой ятре, все же преданные знают, что она уже 5 лет, ей 12 лет всего. И к ней обращаются за тем, правильно мы вот что-то делаем или нет. И она уже может говорить на основе того, что ей учителя говорят, что она читала, и многие, даже вот Матаджи, просто говорят, что Сита Деви как бы имеет знания больше, чем я, потому что она под руководством обучается, и обучается тому, что нужно. Это прям реальный житейский опыт, и вот уже 5 лет, то есть мы обучаемся. Но единственный маленький нюанс, что это требует материальных затрат. Ну, то есть это платная школа. А в общем, сейчас довольно положительно мы видим, как бы все происходит там, и учителя вайшнавы, и все. Так что преданные могут воспользоваться, если нужно, этой возможностью. Если рядом нет вайшнавской школы, онлайн в любом месте, вот нужен только интернет. Хари Кришна, извините. Спасибо, да, хорошее дополнение, что есть позитивный опыт. Хорошо, сегодня у нас также день явления Шивастакура, одного из близких спутников Господа Чайтаньи, в доме которого Шри Чайтанья Махапрабху проводил в течение целого года ночные киртаны и являл удивительные признаки экстаза, которые нельзя было наблюдать других, поэтому посторонних туда не пускали, на эти киртаны. И спустя год Господь Чайтанья отдал приказ идти
стучаться в каждую дверь и передавать его послание Бола Кришна, Баджа Кришна, Кора Кришна, Шикша. И началась проповедническая миссия. Хорошо, завтра у нас среда. Да? Так. Среда. Давайте завтра 8 часов. Мы сможем читать завтра? Да, Махарадж, 8 часов Москвы, завтра смотрим. Грандарад Шиман Бхагавад Гита Кичай, Шватупад Кичай. Вся слава собравшимся преданным. Аре Кришна.